Случилось. Ну почему сразу случилось? Ну рассказывай. Мамочка, можно к нам в гости приедет каучсерфер? Кто-кто? Каучсерфер. Что за странная фамилия? Это не фамилия, это человек, который занимается каучсерфингом. Чем-чем? Каучсерфингом. Путешествует. Это студент из Германии, который хочет приехать в Петербург и ищет место, где можно переночевать. Переночевать. А ты его знаешь? Это твой знакомый? Нет, я его не знаю. Я увидела его пост в интернете. Могу и тебе показать. Не надо. Ну, мамочка. И не проси. Ну, мамочка. Да нет, не проси. Кошмар. Ну почему? И ты еще спрашиваешь? Незнакомый человек. И потом, ты же знаешь, что я не доверяю интернету. Мама, это большое сообщество каучсерферов. Хороших, небогатых людей, которые любят путешествовать. Я тоже небогатый человек. И я тоже люблю путешествовать. Но я никакой не каучсерфер. Пусти. Мама, это потому, что ты не в том возрасте. Этого молодого человека зовут Деннис. Он студент технического университета. Очень симпатичный. Хочешь, я тебе его покажу? Не хочу. У нас здесь не гостиница. Ну, мам,